Заброшенных постов ДПС в Рязани два, по словам сотрудников ГИБДД. Один находится при въезде в Рыбное на перекрестке, второй на Михайловском шоссе. Другие или переоборудованы, или заменены. От некоторых осталось ровное поле, и только заядлые автолюбители помнят, где именно стоял пост ДПС. Рабочих постов, конечно же, больше. Рязанские водители к ним привыкли и знают, где надо сбросить скорость. Заброшенных постов меньше, но они есть. И совсем недавно в МВД России выдвинули идею, что их можно переоборудовать в места для отдыха водителей. Ведь таких мест не хватает, говорит заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Панарин. По его словам, министерство уже предложило Росавтодору возродить на базе старых стационарных постов ДПС некие функциональные зоны, где бы водители могли получить помощь, остановиться и отдохнуть. И многие автолюбители с ним согласны. Ну, если ехать по трассе Рязань-Москва, то, извините меня, ну 3 часа ехать, тащиться, ну как-то тяжело. А если взять еще дальние расстояния, то же самое, не знаю, Рязань-Питер, ну, без отдыха как-то проблемно. И заезжать в гостиницу, к этому отель, ну, если будут такие места, то это, как по мне, лучше будет удобнее водителям. Я думаю, что это нормально. Смотри, какие, если заброшены, они стоят просто так. Какие-то деньги уже тратились на то, чтобы это поставить, значит, можно это, в принципе, оборудовать и сделать для отдыха для водителей, дальнобойщиков, например. Очень странно. Но почему нет, в конце концов? Мест для отдыха водителей не так много, как мне кажется. Если там будет, например, элементарный туалет и какая-то вода попить, то вполне здорово. Идея переоборудовать неиспользуемые посты ДПС высказывается не в первый раз. Сейчас прорабатывают 4 таких места отдыха. Располагаться они будут в разных уголках России. Предполагается, что там водители смогут отдохнуть при поломке машины или укрыться от непогоды. Кроме того, на таких площадках будут дежурить медработники и полиция. Дойдет ли такая инициатива до Рязани, неизвестно. И хоть бизнесмены и предложили переоборудовать заброшенные посты ДПС в места отдыха, то здесь, на Михайловском шоссе, этого сделать просто не получится, потому что сейчас тут проходит новая развязка. И от поста ДПС уже ничего не осталось. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».